Многие годы, многие поколения войны отдавали свои жизни за то, чтобы наша великая русская культура продолжала развиваться. Но и мы с Ильей пытаемся продолжать традицию и споем им просто добрую веселую песню о том, как Господь Богородица ходит вокруг нас, а в ней использованы разные русские народные инструменты. Фаяра, запилка, жалейка, все, что придумали наши предки.